Всем привет! Сегодня хотела показать вам. Закончила очередное плетение с руной. И сегодняшнее видео будет посвящено деревянной части. Хочу вырезать несколько лиц. Такие будут старики. Ну, а-ля Один. Попробуем. Вот. Центральная часть. Может быть, где-то с этой стороны. Ну, в общем, штучки три хочу так пустить, чтобы поинтереснее ручка была. Ну что, вот я и закончила. Поставила маленькое плетение рядом, чтобы вы понимали, насколько большой размер. Такой вот получился Один. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока!